Так, ребятули, спасибо всем за 25 лайков на трансляции. Сейчас покажу, как нужно смотреть видеокарту, когда вы первый раз покупаете в магазине DNS Online Trade, или где вы собираетесь все брать. Здесь у нас на обзоре Gigabyte 4060, Eagle OUC версия на 8 гигабайт, Winforce вентилятор, здесь OUC Edition. Имеется DLC 3.0, Ray Tracing, Reflex, студия, бродкасты, все у нас будут работать. В первую очередь, когда берем эту коробочку, смотрите, здесь серийный номер. Последние цифры 8579. Смотрим, видите? Здесь пломб у таких, как на Polit, нет. Поэтому открываем аккуратненько эту коробочку. Смотрим. Под такой, ребят, красивая коробочка. Здесь надежная упаковка, которая не повредится при транспортировке. Инструкция по подключению. Это дома почитать, если интересно. Как бы для такой видеокарты рекомендую брать блок питания от 550 Вт. Я использую Deepcool PKD. Можете PM-ки какие-то взять, XPG пайлоны, взять XPG реакторы. Поэтому интересные варианты. Потом, ребят, смотрим. Вот эта пломбочка, видите? Здесь большие пломбочки о невскрытии. В первую очередь смотрим на эти пломбы, что никто до нас не вскрывал. У меня фотки этой видеокарты нету, поэтому я буду продавать этот компьютер в своем магазине. Если желаете купить именно такой компьютер с этой видеокартой, либо такую видеокарту, пишите мне в группу ВКонтакте TurboBC, ссылочки все будут в описании под этим роликом. Такие сборки я собираю на прямых трансляциях. Ну, естественно, без проблем смогу вам либо ее продать, если вам нужно. А если вам в кайф, ребят, покупайте в ДНС, онлайн-трейд, CityLink, где интересно, там и покупайте по хорошей цене. Потом, ребят, смотрите, посмотрите на эти пломбочки, запомнили серийный номер, соответственно. Открываем здесь пломбы. Видите, они тяжело открываются. Очень тяжело. Отклеивали. Я, ребят, еще обращаю внимание на отпечатки пальцев, чтобы никто до нас эту видеокарточку не юзал. Открыли, ребят, смотрим. Пломбочка о невскрытии здесь присутствует. Смотрим серийный номер. Он должен совпадать с нашей коробочкой. Здесь у нас серийный номер, последние цифры 18579. Сравниваем, ребят. Здесь циферки, видите, сейчас фокусируется камера. Здесь циферки также должны все совпадать. Пломба о невскрытии, 8 пин питалова здесь. 2 HDMI присутствуют. Потом, нет, здесь 2 HDMI по центру и 2 дисплей порта. Такие крутые, соответственно, вертушки, ребят. Наклеечки обязательно здесь снимаем. Вот эти наклеечки, чтобы они не попали в лопасти. Заглушка на PCI слоте должна присутствовать. Здесь полноценный PCI слот и питание 8 пин. Потребляет такая видеокарта немного, в районе там 150 ватт. Дальше еще прикреплю тесты с игрушек, ну, чтобы прекрасно понимали, стоит ли покупать, не стоит покупать. Карта бюджетного сегмента, она лучше будет, чем Polit Dual, чем Ventus какие-то, стоят где-то на пару тысяч дороже. Если вас не смущают эти медные трубки, как бы этот серый дизайн крутый, обалденный логотип, и вам не нужна подсветка, то это хороший вариант. Здесь у нас две трубки получается, охлаждается все хорошо, сама плата небольшая, дальше такой массивный радиатор. Посмотрели пломбочки, теперь вы знаете, что эту видеокарту до вас никакой консультант не смотрел, либо на возврат его никто не вернул видеокарту. Такая хороший вариант за свою стоимость. Я взял по скидке. На момент записи и съемки, сегодня конец января 2024 года, ну там в районе 30 тысяч рублей, короче, взял. В ДНС они там стоят немножечко подороже. Поэтому интересный вариант за свою стоимость, как бы, можете рассмотреть. Короткое включение. Здесь у нас 2К разрешение, 4060 игл, которые потреблять. Смотрим именно верхнюю строку. Игрушка Days Gone, высокие настройки графики. Температура в районе 65-67 градусов. Если будете там подольше играть, там 5-6 часов, то температура будет побольше. Обороты кулеров 50%, что есть плеерные частоты адекватные. Так это все выглядит. У меня беленький кейс. Кулера настроил поверх ECR, чтобы было все тихо. Ну, считаю, в пределах нормы. Хороший вариант. Хороший вариант, без подсветки. Ну, она нам, в принципе, и не нужна. Мы на этом немножко сэкономим. Так, ребят, еще одно включение. OUC City тест. Тест по питанию AVX. Потребляет наш процик там около 100 ватт. Но видюшка потребляет, естественно, там до 120 ватт. Температура 68 градусов в пике. Циферки все на ваших экранах, поэтому напишите в комментариях мнение по этой видеокарте. Стоит ли она вообще покупки, не стоит покупки трехкулерной иглы. Либо купить обычную Polit Dual, которая бюджетнее, стоит на пару тысяч дешевле. Либо этот вариант вам понравится. У меня красивая белая сборка, поэтому смотрится здесь все симметрично. Ребята, вставочка еще здесь. Буду формарк тестировать. Та же видеокарта игл наша. 4060. Все это в продуваемом неплохом кейсе. Здесь у меня уже 7 минут стресс-теста.
в принципе, до 10 минут, и там уже температуры будут явные. Частоты смотрим, температура 67 градусов, 66, что, в принципе, хороший результат. График уже стабилизировался. И смотрим здесь по сенсору датчика. Потребление в районе 120 Вт максимум. Ну, естественно, все в пределах нормы. Поэтому карта адекватная. Две медные трубочки. Все хорошо охлаждают.